Всем привет! Продолжаю проходить вторжение в игре Mortal Kombat. Получается, это шестой сезон, сезон рептилии. И сейчас вот буду начинать проходить колонию Таркатан. Я, кстати, вот приобрел себе еще два ключика. Мне там в комментариях писали, что можно там телепортироваться в магазин. Я просто думал, если ты один раз телепортируешься, и ты типа привязан к какому-то одному магазину, но оказывается, там можно несколько раз телепортироваться, и тебя переносят в разные магазины. Да, и если вам нравится мое видео, можете поставить пальцы вверх, подписаться на канал, чтобы не пропускать новые мои видео. Тем временем я продолжаю прокачивать Хоумлендера. Лазеры. Эх, понизу. Зараза. Прикольно. Кстати, там Перри. Перри не получилось бурталка на Перри. Хочу тут еще это потренироваться, там как-то можно вроде бы после вот этого поднятия в воздух, потом бьешь ногой, потом еще там как-то через ногу, там еще какое-то у нее есть комбо. Зараза. Ответы лазера. Так. А, там как-то еще это. Буду сразу сейчас юзать материалы, так как у меня инвентарь забитый ключами. Модификатор полный наклон. Блин, почему не сработало?
Забавно. Ну давай, барака. Блин, какой у него это прикольный костюм. Там, кстати, есть прикол вот этой вот, вот с этой вот бруталкой. Если я делаю вот эту вот бруталку на Кенши, то он там будет кое-что другое говорить. О, бруталити на лазере, это мне нравится. Там просто был прикол вот этот, который я рассказывал еще там в начале своих видео, что level up. Там все реально был прикол, когда к нему пришел типа супер там герой, который не видит, но у него очень чуткие ухи, он с помощью ушей там, он его взял, короче, по ушам надавал, он там свалился там и начал кряхтеть. Так, что я хотел сделать, прокачаться. Test your might. Test your might. Серьезно, прям на этой. Прям на линии. Test your might. Это он разрушает эмблему фильма Mortal Kombat, которая перезагрузка. У него такая же была эмбленка. Хоумлендеру тоже не нравится этот фильм. Так, вроде бы тут сейчас пока что все линейно, да? Просто вот эта вот колония Даркатана тоже тут немного замороченная по типу живого леса. Тоже иногда можно заблудиться. Так. Ой. Стоп. У меня же тут... Так. Угу. Смотрите-ка. Так, назад. Джей. Эль-Ай. Я перепилю всех лазером. Странно. Назад J, потом или I. А это и удерживать во время вперед. Это получается бруталка не на лазере, а на комбо. Сейчас я это комбо попробую сделать. Назад J, или I. Странно.
почему не получилось? Может быть, там надо было удерживать вперед? Сейчас давайте еще посмотрим на других. Стоп, это что такое? На счет три используйте. А, это опять да, дурацкое, блин, это. Дурацкое испытание. Так. Назад вперед, Джей. Чтобы побить вашего противника. Да ладно. А почему у меня тогда не получалось с Саб-Зиро? Подсказка снежки. Так, это вроде бы... Сейчас я посмотрю. Не, ну тут вот это вот... Загадку тут можно угадать, это... Типа замораживайся, да? Или Саб-Зиро, или Саб-Зиро основной, или Саб-Зиро, короче, Камео, или Фрост. Тут еще вот можно как-то догадаться. Но решение тут подсказки, это нужно сделать... Бруталити за Саб-Зиро, или... Скольжение, или... Апперкот. Возьмем Саб-Зиро. Саб-Зиро. Кстати, а как там? Нажать. Во время удара три раза вниз. Да, классная браталочка. История тебя не забудет. Так, ну вот, загадка разгадана. Excellent. О, это Китана, да? Зеленого цвета. Блин, надо вот эту вот штуку. Надо будет продать, кстати, он там спереди. Только это выживалка. С
Сфера перемещается по кругу. Выпуская кислотные шары в сторону бойца. Ударьте сферу 10 раз до истечения таймера. Что-то похожее вроде я уже делал. Сейчас посмотрим. Блин, смена этого еще есть. Да. Вот тут даже это не слишком здоровье отнимает, можно легко делать. В прошлый раз я вроде там это здоровье побольше отнимал. В прошлом вторжении. Можно даже забить на вот эту ее атаку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, что тут у нас здесь закрыто? Значит, туда надо идти. Так, а вот та сторона, которую вперед, там тоже что ли? Вроде бы какой-то самый сундук лежит. Ах, черт! Забыл переключиться на Омнимена. Точнее, Homelander. Я их путаю. Так, и вот уже талисман можно одевать. Надо попробовать еще раз сделать этот брутал новый. Так. А, во время удара. Стоп. А, ну да, я с другой стороны сейчас стою. Никто меня не остановит. Так, вот. Нужно еще удерживать вперед во время удара. Угу. JLI. Блин, она сейчас меня замочит. Finish her.
кстати, я же забыл про вторую бруталку. Вот она же открылась в предыдущих видео там. Я про нее тоже забыл. Надо будет глянуть. Там вроде что-то накручение. О, секретный бой. О, я исцелился. Да ты надоел. Так, вот сундучок. Как раз сейчас ключ использую, у меня освободятся слоты. О, дали реликвию какую-то. Сейчас посмотрим. Урон камео увеличивается на 100%. Неограниченная шкала камео. Ну такой уже был, да. В прошлом сезоне такой был, помню. Уровень вторжения 10 нужно. И 10 ловкости. Так, здесь все. А сюда можно идти? Да, в эту сторону тоже можно идти. Надо запомнить, что там, где этот коллектор стоял, там тоже можно было идти в другую сторону. Так, получается, там нужно бруталка у... Вторая бруталка у Камео Кунглао там с помощью циркулярной пилы делается. Так, ладно. Не буду я застревать в этом испытании. Пойду вернусь к коллектору.
испытание уже в следующем видео начну. Там на Тане что-то. И здесь тоже неисправный бот. Так. Мне показывает, что у меня преимущества нету по стихиям. Ладно, я попробую так вот. Без преимуществ. Хотя, наверное, стоит. Так, получается рептилия вот с кислотой. Шансунг. И все, да? Ну вот за рептилия я вроде играл. Прошлый сезон. Попробовать его, что ли? Что-то как-то с Хоумлендером не получается. Так, мне надо еще вспомнить, какие у него там комбо. Да что ты будешь делать, а? Там вроде даже можно три раза так делать подряд. Если тайминг поймать. Так, надо еще проверить комбо.
А, нет, лучше ногой. Лучше завершить ногой. Да, вот так вот. Два раза подбросить и вот это вот завершающее. Ну вот, готово. Так, ну ладно, буду пока что на этом видео завершать. Что там получилось у меня? Прошел я. 27%, два сундука открыл. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось, ставьте пальцы вверх. Всем пока и продолжение следует.